Здравствуйте, друзья, любители, садоводы и виноградары. Мы на канале «Виноград и сад на даче». С вами Владимир Исаенко. И сегодня я расскажу вам о таком препарате, как фалькон. Это трехкомпонентный фунгицид широкого спектра действия и длительного действия. Его действующими веществами являются тебуконазол, триодименол и спироксамин. Срок ожидания для этого препарата составляет 30 дней. Количество допускаемых обработок за сезон – это 4. Препарат не рекомендуют использовать при температуре выше 25 градусов по Цельсию. Срок хранения 4 года, как написано на упаковке этого препарата. И его можно хранить при температуре от минус 5 градусов по Цельсию до плюс 30 градусов по Цельсию. Выпускается препарат фирмой Bayer в жидком виде и продается в канистрах пластмассовых объемом по 5 литров. В продажу розничную этот препарат не поступает. Его можно приобрести вот в таких канистрах объемом по 5 литров, заказывая, например, через интернет. Конечно, для дачника может быть и недостаток. Мы, дачники, привыкли приобретать препараты в мелкой фасовке. Но это не беда. В складчину, вот я со своими коллегами, виноградарями, садоводами, любителями, купили канистру такого препарата. И обошлось нам это по 500 мл препарата стоимостью 263 гривни 60 копеек. Дорого это или дешево? Ну, давайте смотреть. Согласно инструкции, которая была на полиэтилене, инструкция на упаковке препарата вот такая была. Ну, сейчас вы видите ее на экране от Цериной. Вот. Она написана на украинском языке. Вот. И все вот эти данные, которые я вам рассказывал и буду дальше рассказывать, эти взяты с этой инструкцией фирмы-изготовителя данного препарата. Так вот, фирма-изготовитель данного препарата рекомендует использовать этот препарат в количестве 300 мл на 1 гектар. На 1 гектар необходимо использовать всего 300 мл этого препарата. А рабочего раствора на 1 гектар они рекомендуют для винограда использовать в количестве 150-300 литров. Отсюда мы можем легко вычислить, сколько же нам надо на 1 литр и на 10 литров такого вещества. Если 300 мл, что нужно вылить на 1 гектар, разделить на количество рабочего раствора 150-300 литров на гектар, то мы получаем, что в 1 литре рабочего раствора должно быть 1-2 мл фунгицида фалькон. А на 10 литров в 10 раз больше, соответственно, 10-20. Я лично этот препарат еще не применял, только приобрел. Его применяли мои коллеги, любители виноградари, здесь на Полтавщине, и оставались очень довольны этим препаратом. Препарат очень эффективный, очень эффективного действия. Вот. Поэтому и нашлось 10 человек, чтобы приобрести вот канистру такого препарата. Ну, как видим, значит, 500 мл стоит 264 гривни, грубо говоря. На одно опрыскивание нам надо, по тем нормам, которые рекомендует завод-изготовитель, 10-20 мл. То есть получается, что если мы по 10 мл будем использовать, то это на 50 опрыскиваний. Вот. То есть одно опрыскивание на один опрыскиватель 10-литровый, который нужно приготовить рабочего раствора, мы потратим 5 гривен 20 копеек. Вот. И с другой стороны, вот есть такой тоже очень хороший, высокоэффективный препарат, Хорус.
Я им пользуюсь уже лет 5, наверное, или может даже больше. Он, правда, не только против оидиума действует, но также и против мильдю, а на садовых культурах яблони, груши, это и против парши. Но стоимость такого препарата 1 грамма на 5 литров воды составляет 40 гривен. То есть для приготовления 10-литрового объема раствора необходимо уже потратить 80 гривен. 5, 20 и 80 гривен. Разница есть. И довольно значительная. Как я сказал, препарат очень высокоэффективный. Его использовали на своих виноградниках на Полтавщине здесь в количестве где-то 4-5 миллилитра на 10 литров. Кто использовал 6-8 миллилитров. Вот даже вот таких, при таких заниженных нормах расхода, и то эффективность препарата была высокой. Другим очень таким немаловажным свойством, или можно сказать большим преимуществом, это то, что этот препарат является малотоксичным. По своей токсичности он относится к веществам третьего класса токсичности по классификации ВООЗ. Вот. А также к третьему классу относится по гигиенической классификации пестицидов по степени опасности. Что это, может быть, и мало говорит, третий класс по этим классификациям. Однако на той же упаковке, которая на канистре была с пестицидом, написано, что препарат не является токсичным для дичи, пчел, рыбы и почвенных микроорганизмов. То есть это вообще чудо, а не препарат. И высокая эффективность действия, и малая токсичность для пчел, рыбы, дичи, ну и, следовательно, и для человека. Однако предохраняться надо. И при работе с этим препаратом все-таки необходимо использовать очки и респиратор. Ну вот все. Приобретайте Фалькон и используйте его в борьбе против оидиума на винограде, а может быть и против мучнистой росы на других культурах. Ну вот, будет сезон, это я испытаю, осенью доложу. А пока до свидания. Всем здоровья, счастья и хороших урожаев. До встречи в новом видео.